Одесса становится столицей украинского бандитизма. Сюда стягиваются преступные элементы с Крыма и Донбасса. Об этом в ходе визита в наш город заявил советник министра МВД и председатель общественного совета при министерстве Владимир Мартыненко. По его данным, так называемый закон Савченко до конца текущего года позволит выйти на свободу 40 тысячам преступников, а в 2017-м еще 70 тысячам. Многие из них окажутся в Одессе, считает Мартыненко. Мы говорим об увеличении преступности, да, она увеличилась. В Одессе она увеличилась еще больше, чем везде. Раньше преступность отдыхала, сидела в Крыму, в Крыму отдыхать им некомфортно теперь. Раньше она находилась на Донбассе теперь стреляют, и воровать нельзя, воровать нечего. Они поехали дальше, они едут в Одессе комфортно, Одесса курортный город, в Одессе есть море. Они едут в Херсон, Николаев, они меньше едут в Тернополь или в Черновцы, хотя едут везде. Иммиграция этой преступности происходит тоже везде.